дня. Приветствую вас на моем канале. Сегодня меня угостили рыбкой, корюшкой называется. Она вот такая вот небольшая, похожа на вашу уклейку, скорее всего. Да, можно с ней сравнить. Но это корюшка морская, рыбка живет в море. И она конкретно эта корюшка малорот, видите, маленький рот. Но она очень вкусная, жирная. И зимой люди на нее специально берут отпуска и ездят и ловят эту корюшку на море. Это корюшка с декастры. Они ребята привезли. Вчера приехали с рыбалки, они буквально. Рыбка абсолютно свежая. Пахнет огурчиками, как хамса, для всего так. И фишка в том, как ее можно пожарить, чтобы она была вкусная. Она и так вкусная, но можно пожарить, чтобы она была еще вкуснее. И такая маленькая хитрость заключается в том, что рыбка морская, выловленная в море, и если ее оттаять вот так вот, как она сейчас у меня оттает в тарелке, знаете, она еще мерзлая совсем, такая полуталая, скажем. Вот, если ее оттаять и больше не промывать проточной водой пресной, а сразу брать и жарить, она будет слегка соленая и маленечко даже сластит. Короче, вкус получается совершенно другой у рыбки. Хитрость в том, что когда вот вы, если вы достали, там поймали сами, может где-то, свежие абсолютно корюшки, только свежие корюшки, только номер проходит, если она полежит там хотя бы недели 2-3, она уже будет пахнуть не так совсем, и вкус у нее будет совсем не тот. Там уже можно добавить черного перца, там в муку, туда-сюда. Но если у вас свежая абсолютно рыбка, вот только-только-только пойманная с моря, пахнущая огурчиками, свежестью морской, то ее не надо ни солить. Кстати, она жарится целиком, не потрошится. Не солить, не перчить, никаких специй не надо. Она настолько самодостаточная рыба, имеет свой ярко выраженный вкус, что вы только всеми специями там, и приправами только испортите ее. Если вам повезло, и вы наловили, или где-то купили, или вас угостили такой свежей рыбкой, попробуйте вот этот рецепт, пожарите так, как она есть. Она сейчас оттает, мы ее перемешаем, там маленько с нее стекет морская водичка, мы ее перемешаем, она еще постоит талая примерно сейчас, и будем ее жарить, мы к этому вернемся. Ну просто говорю, не мойте эту рыбку, тогда вы почувствуете настоящий вкус корюшки. Ловят ее на махалочке, на маленькие-маленькие мушки. Ну вот, друзья, корюшка оттаяла, абсолютно, наверное, сейчас она у меня полежала в своем собственном такой тузлуке, соку, и теперь можно ее жарить. Значит, жарить. Сначала разогреваем сковородочку. И одно правило. Старайтесь как можно меньше, чтобы на ней было муки. Да? Сейчас покажу. Разогреется масло. Масло наливайте, не жалейте. Корюшка масло любит. Сейчас оно нагреется. И будем жарить. Жарить надо на хорошо разогретой сковородке. Потом убавляем газ где-то до среднего, чтобы она у нас не горела. Потому что она рыбка не потрошенная будет. Если будет сильно большой огонь под сковородой, она просто сгорит, а внутри будет сырая. Все. Обмакнули. Масло разогрелось. Начинаем жарить. Рыбку кладем от себя. Вот так. Хоп. Муку опрыхнули. Сильно плотно не накладывайте ее, старайтесь. Она хоть и меленькая, но оп, чтобы хорошо со всех сторон прожарилась. От себя. Ну вот и все, сейчас жарим с одной стороны, потом с другой. Для образования золотистой корочки. Ничего сложного нету. Единственное хитрое, что рыбка должна быть свежая и не нужно ее солить. Тогда она будет, вы почувствуете непосредственно вкус самой корешки. Очень вкусный. Маленько сладенький такой. Надо попробовать, словами не расскажешь. Между прочим, в низовьях, вот на Мурях, местные там жители из корюшки делают очень вкусные пирожки. Ее обжаривают, отделяют мясо от костей. Потом берут, отваривают рис, делают зажарочку, лук и морковку, смешивают с мясом корюшки, все это рис, лук, обжаренный лук и морковка. И делают начинку для пирожков. Получается очень вкусно, так что вот попробовать, у кого есть возможность. Ну вот, друзья, я пожарил рыбку. Вот что у меня получилось. Очень вкусно пахнет.
Всем приятного аппетита. Кто смотрел, спасибо большое. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, пальцы вниз. Не забывайте подписываться на мой канал. Дальше будет еще что-нибудь интересненькое. То есть, до новых встреч. Пользуйтесь моим рецептом. И уверен, вам понравится. До свидания.